Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. У нас закончился турнир. Давайте смотреть результат. Мастер 2 звезды. И это прекрасно. И это хорошо. Ну что, 9000 сюрикенов. Так, 45 ДНК на Микеланджело, 90 золотых осколков и 65 платиновых. Так, посмотрим, сможем или нет. Да, друзья мои. Ну что же, Микеланджело у нас получает с вами четвертую золотую звезду. Так, мутагена хватает. Так что развиваем. Красота какая. Опачки. Так, у него открылся новый перк. Мировой быстрозоид. Микеланджело полностью готов к бою. В начале хода с вероятностью 10% будет увеличена скорость союзников класса проворцев в течение одного хода. Вот почему, друзья мои, инициатива повышается у некоторых бойцов. Так, когда есть вот такой вот классический Микеланджело, он может повесить вот такой вот, ребята, скилл. Пассивочка, да? Ускорить. То есть, соответственно, если мы будем с тобой прокачивать, то вероятность в процентах будет увеличена. Все теперь мне ясно. Ну что, наверное, мы... Нет, уровень поднимать не будем пока. Потому что у нас, друзья мои, так, задания все выполнены. В магазине есть что-нибудь для нас вкусненькое? К сожалению, нету. Опачки. Так, давай-ка глянем. Слушай, мы можем с тобой прокачать... Ну, не прокачать, а начать прокачивать... Донателло. Да-да, именно будем качать теперь его. 65 ДНК уже есть. Нам остается всего лишь сколько там? 15 ДНК найти, и будет все хорошо. Ну а мы с вами, конечно же, ребята, отправляемся на турнирную арену, потому что откатик только произошел. И посмотрим, что у нас за испытание. Городская война тени на солнце. Так, кто у нас тут разыгрывается? Кунаичи, Алапекс, Шинигами и Сплинтер. Это хорошо. А персонажи какие тут? А вот с персонажами не особо хорошо нам повезло здесь. Жаль. И сцены насилия. Здесь нам нужен кто? Так, нам понадобится Майки, Рафаэль, Донателло и Леонардо. Слушай, ну неплохо, я считаю. И при всем при этом Усаги против духа. То есть будем с вами на эксперте набивать. Точнее, набивать я не буду, но пройти испытание все-таки нужно будет. Потому что Усаги у меня уже в платиновом ранге. Как говорится, все хорошо. И платиновое испытание дух. Ай, не могу зайти, потому что оно еще не открыто. Все ясно. Так, осколки я набью уже за кадром, судя по всему. А мы приступаем с вами бустить. Так, ну здесь можно выбирать любого. Не имеет абсолютно никакого значения, потому что противник все равно для нас будет изейшим. Так, ну где у меня там мои герои? Раз, два, три, поехали. Бибоп так и будет, наверное, еще лет 10 у меня в самом хвосту, да, находиться. Потому что прокачать его довольно проблематично. Так, опа, я думал, что мы Карайку сразу снесем. Не вышло. Так, теперь давай Леонардо, наверное. Да что ж ты будешь делать? Хилится, ну и правильно делает. Лучше хильнуться, чем нанести удар, верно? Промахнулся. Так, завалим, да. И нейтрализатор. Да что ж такое-то? 30 уровень не может побить 16. Что за бред, а? Вот объясни-ка мне. Ну, в любом случае, идеальная победа. И сейчас мы с тобой будем очень быстро подниматься, как говорится, по лиге. Так, воин 2 звезды. Конечно же, конечно же. 77-я позиция. Продолжаем поединок. Так, Клео. Так, ладно, не будем читать. Вот, надо брать Джой. Давай возьмем. Тут уже 21 уровень имеет Макмен. А у меня 30 уровень, не стоит об этом забывать. Раз, два, три. Но у него, смотри, бронзовый ранг, а у нас все-таки серебряный. Так что преимущество, естественно, за нами. Помимо уровня, так еще и по звездности, как говорится, наших рангов. Ну что ты делаешь, Хана? Ну-ка, давай-ка попробуем бомбануть. Положим или нет? С удара снесли Хана. Так, теперь делаем с тобой массовую атаку Донателло. Ух! И Макман. Так, давай-ка, наверное, выпустим шарик. Ты посмотри, он был крепок. Он выдержал удар шара, но постепенный урон его, как говорится, уничтожил. Ладно, еще один плюсик в нашу копилочку. И мы с тобой, наверное, передвинемся. Да, уже воин 3 звезды. Хороший буст у нас начался.
Так, здесь Мирза, Антон и Олег. Кубки у всех одинаковые. Возьмем тогда с вами, наверное, Антона. Возьмем Антошку, который не хочет копать картошку. И против него будет Донателло, Рафаэль, Бибоп и Микеланджело. Довольно неплохая команда, я думаю, разберем с полтычка. Начну я, наверное, с Кирби. Так, Кирби, попробуем уничтожить. Нет, не вышло. Так, бомбочку бросаем. Ну, этот скилл не прокачанный, поэтому урон будет минимальный. Добиваем с тобой Кирби. И теперь нам... давай-ка, наверное, Криса ушатаем. Так, ну что, Бакстер, вот и до тебя дошла очередь. Ну-ка. Бабах с удара. Так, получил по роже нунчаками. И Донателло его добивает. Хорошо, но сейчас я сомневаюсь, что мы перейдем на следующий ранг. Да, потому что у нас 86-я позиция была. Тут уже нужно будет сделать как минимум 2 боя. Ох ты, ничего себе, перешел, друзья мои. Почти 100 ступенек я пролетел, да? И уже в элите. Вот это круто, вот это буст. Замечательно. Ага, значит здесь вот, берем с тобой Ольгу. Ольга, такая довольно счастливая. Ну что же, давай. Так, Шинигами, Кейси Джонс, Саблезубый и Пит. Слушай, ну здесь опасности есть. 29 уровень, а у меня 35. Угу. Разница всего в 6 уровней. Надо быть аккуратным. Как мне интересно знать, он получил уже кроликов, имея 26 уровень. Вот объясни мне, пожалуйста, а? Опачки, а что такой слабый урон? Да ладно тебе, не может быть. Ну-ка, если так. Что за дела, ребят? Я всех героев потратил, чтобы уничтожить только лишь Леонардо. Так, сейчас эти кролики зажгут. Надеюсь, выживем. О, он даже не попал. Волна. Так, терпимо все. Так, Крис сделал усиление на атаку. Но я думаю, что хиляться пока не стоит. Еще вроде бы как терпимо. Давай-ка уничтожим, наверное, Криса. Так, а теперь, по идее, надо уничтожить нам с тобой кроликов. Ну-ка. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть. Так, напитанный, опа, надо хиляться. Потому что Саблезуб уже, ребята, в критической форме. Давай шайбой, наверное, добьем их, этих кроликов. Здрасте, приплыли. 26 уровень, мы не можем разобрать. Что за дела? 29 уровень, вообще будем сейчас до посинения тут бомбить. А ну-ка, Саблезуб, давай. Так, ну неплохо ты ударил, но надо добивать. Все, Кейси Джонс сделал. Слушай-ка, ну действительно, если мы так сейчас дальше пойдем, у нас будут очень лютые противники, согласись. И мне придется применять силу своих имбовых персонажей. Так, третья позиция, то есть нам еще надо сделать бой, и тогда мы уже будем с вами в элите две звезды. Так, Ванюшка, Краб и Филипп. Так, выбор между Иваном и Филиппом. Я возьму Филиппа, потому что Ванька что-то больно крутой какой-то. Так, видим, что здесь 29 уровень уже, да, у Хана. А у нас с тобой 35, 36, 40 и 40. Слушай, надеюсь, у нас получится все без потерь. Вся надежда на Кожеголового. Так, и здесь Леонардо есть. И Крип. Опа, на. Так, ну, начнем с массовых атак. Замечательно. Так, у него контратака стоит. Слушай, кого нам лучше завалить? Наверное, будем все-таки Леонардо, потому что он хиллер. Но Крип, не забывай, провокатор. Вот, делаем с тобой массовую атаку. Минус двоечка сразу же. Так, минус Майки. Ну и Крипа тоже мы с тобой, нет, не добьем. Вот так вот, шикарно. Кстати, вот этот удар хвостом, такой же, ребята, скилл, как у кого? У Змей Карай, да? Она тоже делает удар хвостом. Ну что же, в элиту 2 звезды, 46-я позиция, то есть еще один бой, и мы с тобой в элите 3 звезды. Это классно, а там уже и до самураев рукой подать. Ярослав, Жора и Томас. Ну я смотрю, что, по-моему, здесь слабый Томас у нас будет, поэтому возьмем его. Тут уже 30 уровень вовсю. Так, а у нас пошли 40-е. И это, кстати, круто. У нас здесь есть кролики. Кто у нас там еще?
Бибопчик прокачанный. Угу. В принципе, больше никого мощных таких нету. А ну-ка, вжарим. Вау. Слушай, можно, в принципе, поставить защиту, но я, наверное, сделаю, знаешь что? Уничтожим с тобой нейтрализатора. Дальше я попробую уничтожить... Но Донателло вряд ли пробить. Хотя, вдруг получится, давай попробуем. Есть. Так, может гранату бросить? Ну-ка попробуем. Вау, Бибопа ушатали. Так, ну что, Майки, ты доигрался? И Рокстеди, да ладно ты, успокойся, парень. На тебе, на дорожку. Ну что же, мы с тобой переходим в элиту 3 звезды. Сейчас посмотрим, какой у нас будет ранг. Ну и отсюда можно, в принципе, вычислить. Я сегодня намерен дойти до сёгунов. Ну, такую вот я делаю для себя заявочку. Дойти до сёгунов. Ну, какой ранг, я уже не знаю, там будет. Посмотрим. Так, выбор между Маринкой и Иринкой. Так, возьму я Иринку. Тут, как мы видим, 33 уровень есть у Рокстеди. Тем более он в золоте. Ну, смотри, что у нас получается. Довольно неплохая комбинация. Тут у нас Макмен. Тут у нас и Леонардо, да? Сейчас будет не очень хорошо этим ребятам, нашим противникам. Начнем с массовых, естественно, атак. Так, надо нам с тобой... Бросим баллончик. Пита хочу убрать. Блин, не получилось. Так, Пит не стал делать хил. По-моему, всем крышка сейчас. Да, Макмен, как всегда, не подвел. Слушай, я вот представляю, если прокачать ему по полной программе вот этот скилл, да, ураганчик, он же будет рулить, жестко рулить. Ну вот мы с тобой и в самураях. 94-я позиция, то есть минимум 2-3 боя нужно сделать, чтобы перейти в самурая 2 звезды. Так, выбираем здесь с тобой Скотта. По-моему, картинка циклопа, да, фотография. Из Люди Икс. Ладно, это не важно. Так, берем Рафаэля, Шредера Классику, Крэнк и Микеланджело Космос вместе с Леонардо. Фух, веселуха начинается, друзья мои. Да, Шренга вот, Шренга. О чем я думаю? Думаю о Крэнге и о Шредере. Я хотел сказать, Шредера очень тяжело прокачивать, потому что на него выпадает очень мало ДНК, практически как и на Крэнга. Да? Ну-ка давай сделаем массовую атаку. Так, Рокстеди упал. Давай-ка мы с тобой, наверное, уберем морозилку отсюда. Отлично. И добьем, наверное, уже всех. Опа, опа, опа. Массовый выстрел. Да, 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 да. Крэнк меня не подвел. Когда до него дойдет очередь, а? По прокачке скиллов. Кто мне скажет? Я не знаю. Так, ну и мы с тобой перемещаемся на 45-ю, 30-ю позицию. Шикарно. Так, смотрим на кубки. И здесь... Джей и Карлос. Возьму я, наверное, Карлоса здесь. Уже 42 уровень. Эй, вы что-то как-то круто идете. А у нас 45-й. Слушай, вот здесь. Вот здесь может быть опасно, потому что у нас Рокстеди с тобой в серебряном ранге. 3 звезды имеет. Я, наверное, для подстраховки возьму сюда какого-нибудь имбушечку, да? Например, Ваньку. И можно взять Сплинтера. Потому что мы в прошлый раз также с тобой, да, сделали. И сфейлились, потому что меня разобрали. Думаю, что здесь все будет иначе. Так, кого бы нам... Давай, наверное, пробафаемся. Вместо удара. Так, начинается, да, у них? Ну-ка, Ванюша, заряди-ка. Неплохо. Так, массовая атака где у нас? Вот это, по-моему, да? Нет, это поджог. У нас нет у него массовой атаки. Так, ну-ка, прыгнем. Окей, Бибопчик готов. Так, Сплинтер контратакует. Давай-ка ушатаем, наверное, вот этого вот Бибопа. Шикарненько. Так. Ага. Крит удар повысил. Не бывать этому. Так, этого тоже ушоркали. И остается Донателло. Давай поджог сделаем. Ага. Я думал, что постепенный урон вешается от поджога, когда Рафаэль бомбит, но, как видишь, нифига. Или просто у нас слабо прокачано. Ну, мы с тобой двигаемся дальше. И у нас самурай 2 звезды, а позиция 67-я. Вау.
Классно. Так, здесь у нас что? No Name и Натан. Я возьму Натана. Я возьму Натана. Здесь уже 41 уровень, да? Раз, два, три, четыре. Четыре. Слушай, ну в принципе Армагон должен справиться. Главное, чтобы у них не было очень сильной инициативы, да? Чтобы они не начали бомбить одного слабого персонажа, которого могут быстренько его вырубить. Ну, Армагон, давай. Наверное, всех сейчас положат с удара. Так и вышло. Но мы потратили Армагона. То есть, чем выше мы с собой поднимаемся, да, тем сильнее у нас будет противник. Армагон уже, как говорится, участвовать там не будет. Так, мы в самураях, еще до сих пор 2 звезды. И у нас 12 ранг. Так, смотрим, кого здесь надо брать. Фавиуса. По любасику надо брать именно его. 46 уровни, ё-пар-сете. А у меня 47. Так, секунду, сейчас мы с тобой попробуем здесь отыграть с помощью железноголового. Да можно было бы, наверное, и Зека взять, но у него всего одна массовая атака. А у железноголового есть и массовая атака, и провокация. Ну что, поехали. Так, опять Хан ходит первым. Упс. Слушай, что? Давай мы, наверное, с тобой вот так сделаем. Провокацию на замедление еще, да? Потому что я думал, что муха будет хилять всех. Смотри, что он делает. Ха. Так, сделаем с тобой постепенное исцеление с помощью супершредера. Так, тихо-тихо. Этот уходит в невидимость. Ладно, фиксим. Давай-ка бросим с тобой осколки. Слабо. Так, ага. Мимо. Так, что, провокацию нам однозначно не надо делать. Надо вот так, наверное, попробовать. Молотом в Хана. Ага, выжил. Поджог массовый. Отлично. И, я думаю, добиваем их всех. Найс. Ну, ты видишь, да, если бы я не взял бы сюда железноголового, скорее всего, мы бы здесь проиграли бы в этой катке. Поэтому всегда нужно быть осторожным, аккуратным. И, наконец-то, мы с тобой перебрались в самурай 3 звезды, 59-я позиция. Так, и у нас тут выбор. Все абсолютно одинаковые, смотрим тогда на уровень. Беру Элли. Беру Элли. Так, возьмем сюда Донателло. Возьмем Донателло. Раз, два, три. Четыре. Вот так вот. Мы практически на уровень с ним одинаковый. Практически, ребята. У них 46-й, да, и 45-й, а у нас 50-й. Ну, один только 80-го. Ну-ка, поехали, Донателло. Минус один, это уже радует. Так, Микеланджело делает массовую атаку. Еще минус один. Ну-ка, Шредер, сможешь добить всех остальных? Всех троих? Да, у него это получается. Отлично. Друзья мои, отлично идем. Пока, тю-тю-тю, ни одного проигрыша не было. Я надеюсь, его не будет сегодня. И нет, не перешли. Не перешли пока еще мы с тобой в сёгуны. Но это вопрос времени. Так, Жора, Эллисон и Петр. Так, мы с тобой возьмем, наверное, знаешь кого? Эллисона возьмем. Возьмем Эллисона. Так, возьмем Зека. Возьму сюда Рокзара. И вот этих вот троих. Слушай, я думаю, мы выдержим с тобой атаку от Ваньки Стиранка, да? Я знаю, что он будет применять 100% пулемет свой. Если успеет, конечно же. Так, бросаем бомбочку. Опа! Так, надо нам, по идее, Пита уничтожить. Или же все-таки встать в провокацию. Нет, я уничтожу. Успеть должен уничтожить. Потому что у них у всех замедляшка, кроме Криса Брэдфорда. Так, вот я думаю, кого бы нам... Вот, наверное, Хана нужно попробовать бомбануть. Не вышло. Так, Майки, ты как? Способен на это? Способен. Крис Брэдфорд, кому? Оу, промазал еще. Так, мы с тобой уничтожаем Ванюшу. Плюс делаем массовую атаку по земле. И добиваем, наверное, да? Да, Крис Брэдфорд упал. Ну, а теперь мы с тобой перебираемся уже в сёгуны. Сёгун, одна звезда. И отсюда уже говорится, уже начинается наш лучший отсчет. Какое местечко? 65-е. Так, поехали в бой.
Грег, Алена и Алексей. Слушай, случайно это не я? Нет, не я, у меня не такая фотография. Прикинь, против самого себя сыграть. Ладно, ничего страшного, друзья мои, давайте выбирать. И это будет у нас, скорее всего, именно Алексей. Беру сюда Бакстера Стокмана. И также, ё-моё, сколько у меня еще персонажей. 50 уровень. Слушай, я думаю, более чем достаточно здесь Бакстера Стокмана. Хоть у него нет провокации, но у него есть две хорошие массовые атаки. Первая — это волна, и вторая — это маузеры. Ой-ой-ой. Тихо. Так, усиляет команду, плюс еще, не забывай, он может повесить уклонение. А мы с тобой делаем вот так вот. Постепенный урон повесился только на Хана. Ага, на Майке. Значит, мы уничтожаем с тобой Мондагека, и нам нужно попробовать уничтожить Рафаэля. Все, друзья мои, в принципе, победа тут уже за нами. Так, постепенный урон его добил. Ну, естественно, у Бакстера Стокмана прокачанный скилл, поэтому и постепенный урон очень мощный. Так, ну а мы двигаемся дальше. Мы двигаемся дальше, и позиция у нас становится 22-я. Окей. У нас с тобой еще есть пару боев в кармане. Так, у всех одинаковые кубочки, поэтому... Да и уровни практически у всех одинаковые. Но я возьму Самуэля. Так, здесь можно взять Усаги. Раз, два, три, четыре. Сколько еще боев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать, да? То есть получается еще три боя, друзья мои. Три боя. Я думаю, что все гуны две звезды мы по-любому с тобой, конечно, попадем. Но хотелось бы все гуны три звезды, согласись. Да я думаю, здесь одного Усаги будет достаточно. Более чем. Ну-ка. Упс. Этот, по идее, должен отдуплиться от постепенного урона. Но так как мы ходим первыми, поэтому, естественно, Бибопчик его и завалил. Так, и давай смотреть. Перелетим. Да, по идее, должны перелететь, конечно же. У нас уже 22-я была позиция. Вот, у нас становится 79-я. Так, по кубкам, опять же, все тут одинаково. И возьму я Тана. Возьмем Тана. Тут я возьму Рафаэля. Раз, два, три, четыре. Рафаэля. Так, массовых атак у нас три. Ладно, я думаю, завалим. Тут Паукус, есть Тигр. Ну и не забывай, что также есть наш нейтрализатор. Начнем с массовых. Хопа. Теперь Тигр. Нормуль. Так, ага, Рафаэль. Ну, Рафаэля можно поставить просто в провокацию. Как добивающего. Если они будут сейчас бомбить, естественно, он будет их уничтожать. Вот, например, Микеланджело был первый. Так, интересно. Давай-ка мы, наверное, Эйприл попробуем ушатать. Все очень-очень круто. Минус Лео. И добиваем всех остальных. Найс. Слушай, а может быть, мы все-таки получится нам перейти? Нет, вряд ли. А хотелось бы. Сёгун, три звезды. Это вообще было бы шикарно. Смотри, какое место. 39-е. Слушай, а по-моему, есть шанс. Возьмем с тобой вот этого Данила. Так, Леонардо беру. Раз, два, три, четыре, пять. Так, и у нас с тобой получится, если я еще использую откатик на Леонардо, еще будет один бой. Слушай, по-моему, мы сегодня бьем рекорд. У меня, правда, он был, но давным-давно, когда мы с тобой с первой катки проходили в Лигу Сёгунов 3 звезды. Упс, подожди-ка радоваться. Карайка, не подведи. Красава, но немножко не хватило тебе. Змей-ковён, да. Отлично все у нас получается, и мы с тобой сейчас перемещаемся где-то... Может быть, даже уже перелетим в Лигу Сёгунов 3 звезды, а может быть... На где-то 10-ю позицию. Нет, мы перелетаем с тобой. Ё-парсете, вот это счастье, вот это круто. Так, опять же тут Петр, Мустафа и Дуглас. Одинаково у всех по кубкам. Давай возьмем с тобой Петра. Он, по-моему, слабее всех. А Лео, берем тебя. Карайка, Крис. Можно, конечно, потратить деньги на откаты, и у нас будет все хорошо, но не стоит. Не стоит этого делать. Сыграем с тобой этой командой.
100% здесь будет разбор полетов, потому что, ну, от Леонардо никуда не убежишь. Плюс еще Карайка, об этом тоже не стоит забывать. Ой, зачем я сделал уклонение? Тут уже практически вся имба стоит. Ладно, лишним не будет. Делаем с собой вертушку. Упс. Карайка. Нормуль. Все, друзья мои, прошли идеально с вами этот поединок. И мы сейчас перемещаемся с тобой. На какую позицию? Давай-ка глянем. Мне самому просто очень интересно. 72-я. Лига Сёгунов, 3 звезды, 72-я позиция. Отлично сегодня повоевали. Так, у нас с тобой 12 тысяч сюриков. Купить, я уже, как говорил, ничего не можем. Так, 8 монет, а жетонов 255. Понятно. Ну что, друзья мои, не знаю, испытания, наверное, мы с вами оставим на следующий раз. Кстати, я Донателло, по-моему, прокачал навык. А, нет, не прокачал. Кстати, надо найти всего лишь 3 кружки. Давай-ка мы с тобой найдем их. Раз. Два. И третья кружка. Довольно все легко. И прокачиваем ему до 5-й ступени измеритель. Классно. Так, а что нужно для 6-й? Ага. 5 Ч-планшетов. 3 джойстика. 9 силовых ячеек Кренга и 14 наушников. Ну что же, будем, наверное, копить. Или же все-таки нам лучше... Нет. Будем все делать по порядку. Сделаем с тобой измеритель до 6-й ступени, а потом будем уже делать бейсбольную бомбу. Так, ну у меня еще есть чем заняться. Как ты понимаешь, мне нужно еще набить здесь осколки. Кстати, сколько у нас осколков? Блин, как посмотреть-то? Нам нужно 330 осколков, чтобы поднять кого-нибудь из серебряного в золотой ранг, по-моему, да? Это так у нас делается, переводится. Или не так? По-моему, так, ну-ка. Ага, здесь невозможно посмотреть. Блин, Рафаэль, 94 ДНК. Блин, остается всего немножко, 6. Было бы прикольно его, конечно, перевести. Но сегодня мы с тобой... Как говорится, Микеланджело перевели, это уже большой плюс. Кстати, здесь у нас будет на турнирке, да? Вот кто, Леонардо, классика. Тоже очень прикольный герой. И, кстати, стоит за него, конечно же, побороться. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Я надеюсь, вам видосик сегодняшний понравился. А мы увидимся в следующих новых сериях. Так что всем до скорого и удачи!